Настало время утреннего кормления очередного. Вот, мы видим, как наш динозаврик-дракончик, капский варан Стэн, очень хочет покушать. Настолько, что готов буквально выпрыгнуть из террариума. Но мы по понятным причинам не будем его особо долго стрессировать. И на завтрак у нас вот такие вот размороженные мышки. Да, продаются и так, продается и такой корм. Собственно, это у нас те самые мышки-подростки опушенные, замороженные. Называемые мышки-бегунки. И сейчас мы по одному. О, какой он нетерпеливый. Настолько нетерпеливый, что заглатывает прям вход. Но одной мыши в таком динозавре уже мало. Тем более это же, в конце концов, маленькие мышки. Поэтому мы дадим им еще одного. Дай сюда. Отдай мне мышь. Отдай. Вот не будем мучить. Вот так вот быстро. Чувствует, что не живое, но мясо. Поэтому надо заглотить как можно быстрее. Но на всякий случай я ему приготовил и добавку, поскольку этих двух мышей ему уже для суточной нормы маловато. Да, он такой вот негодяй. Прожорливый, что не могу. Вот только палец мне не кусай. Сразу на пальцы обращает внимание. Собственно, в основном нужно некоторое время подождать, поскольку чувство насыщения у капского варана приходит не сразу, а только через определенный промежуток времени. А за это время он может съесть, да господи, да целую лошадь, если давать ему по кускам. Или всю руку заглотить, пока не почувствует, что вот мой желудок наполнен до пределов. Ну, конечно, чем больше времени пройдет, тем быстрее он успокоится. Так, не нужно вылезать. Что ж ты у меня такой непослушный. Придется тебя временно запереть, чтобы я мог дать тебе твой десерт. В качестве десерта у нас пойдет живность, а именно мадагаскарские тараканчики в количестве 2 штук. Они у меня уже лежат достаточно долго, практически неделю. Ну, поскольку 3, дадим, пожалуй, 1, а еще 2 оставим. Вот этого толстячка маленького мы отдадим на съедение. А еще 2 пускай поживут. Давно не показывал тараканчиков. А вот давать с рук их достаточно рискованно, поэтому положим их в стаканчик, специальный стаканчик, чтобы можно было убрать с рук. Да что ж ты делаешь-то? Вон. Чуть стакан не сожрал. Ну. Можно увидеть, как он буквально давит мадагаскарского таракана и быстренько его заглатывает. Ну, может быть, поскольку я дал ему 1 таракана, а не 2, я его покормлю, но это будет гораздо позже. В течение дня, пока мы дадим ему возможность прогреться и переварить этих мышек.